Открываем редактор. И входим в раздел анимация. Здесь разработчиками представлено большое количество анимированных сценок. Позволяющих пользователям самостоятельно создавать какие-то проекты. Есть различные фоны и анимированные образы. Вставляя анимированные фигуры в разные моменты времени, в шкалу времени, мы получаем возможность управлять ими. Добавляются ключевые кадры, и промежуток между ключевыми кадрами просчитывается компьютером для создания плавного действия. При этом может происходить изменение формы, изменение размеров, изменение цвета объекта и других свойств. Есть возможность и вручную проигрывать эту сцену, редактируя по дороге траекторию изменений. Задавать новые ключевые кадры. Перемещать. Есть микрофон наверху расположенный. Щелкнув по которому, мы получим возможность записывать звук непосредственно в наш мультик. Можно вставлять звуки из файлов. В эти анимированные наборы встроены уже готовые звуки. Здесь, например, звук меча. Закончив работу с файлом, мы получаем возможность сохранить его в HTML5 формате для вставки в блок. Выделяем, копируем, переходим в блогер. И создаем новый пост. Это будет выглядеть таким образом. При входе в блок, в котором представлено большое количество других проектов, можно ниже полистать и посмотреть, что там есть. Без ограничения интерактивности, у нас, правда, интерактивности в этом проекте не было, здесь у нас вставлен блок, то есть работа занимает минимум времени. Но точно так же можно выложить в любую социальную сеть, ну, кроме ВКонтакте, поскольку ВКонтакте нам придется вручную.